эту прекрасную, роскошную леди. С Богом, родная. Невероятная композиция, друзья. А музыка... Судьи аплодируют. Мы видели Евгения Финкельштейн, которая возглавляет судейский корпус. Мы видели реакцию Ирины Александровны. Ирина Александровна совершенно с завороженным лицом смотрела на Лалу, на ее спортсменку. Ирина Александровна делала это упражнение, она его оттачивала. Оттачивала каждую эмоцию, каждую секунду, каждую стопочку Лали. Поэтому я представляю, как волнительно было наблюдать ей. Но я помню, когда только взяли эту музыку под упражнение Лали. Позвольте, я напомню, что это интродукция к опере «Пиковая дама». Когда только взяли эту композицию Лали, сначала и сама Лала, и Ирина Александровна переживали, как, вот, как передать настолько тяжелый и наполненный образ, и думали, какой вид. И тут Ирина Александровна начинает ей делать булавы, и просто это упражнение запомнилось всем, вообще за всю историю всех булав и других видов. Это невероятно сильное, мощнейшее упражнение. Вот эта вот гармония.